себе и своем увлечении баскетболом. Здравствуйте. Я работаю учителем истории и обществознания в Русинской средней школе номер 3. Тренирую школьную баскетбольную команду. Баскетболом увлекся в детстве. Во втором классе записался в баскетбольную секцию. Моим тренером был Харис Рамихатынович, который привил мне любовь к этой игре, к здоровому образу жизни. А ваши ребята, кто они? Ребята, которые занимаются в нашей секции, в основном это ученики Русинской школы номер 3. Есть ребята и из других школ. Некоторые из них стояли в свое время на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, семьи. Некоторых ребят находятся в трудной жизненной ситуации. В последние годы ваша команда выигрывает и становится призерами самых разных соревнований. Ваша цель – это победа? Конечно, любой тренер стремится к победам, хочет, чтобы его воспитанники показывали наилучшие результаты, выигрывали соревнования, побеждали на различных турнирах. Но основная моя цель, когда я занялся этой работой, все-таки было показать ребятам, что есть альтернативные способы проведения досуга. У нас игра совсем не для лентяев,
выносливость, дыхалка, сильный нрав. Иначе не сбежать от нагоняев, лихого тренера с противником сыграв. Здесь нет лишних, да это и не дело. К победе рвется наш баскетболист, и с передачей справиться умело. Расчеты, техника, в корзине мяч завис. Соперники не дремлют понапрасну, их назначение тоже побеждать. И для команды самый миг опасный я должен на себя ответственность взять. Болельщики в экстазе, рев оваций, раскраска, атрибутики, простор. Среди фанатских декораций на мяч оранжевый направлен тысяч взор. Наш баскетбол такое же искусство, как живопись, кино и рок-н-ролл. И на трибунах не бывает пусто, просто люди любят баскетбол.